Дорогие друзья, а вы знаете, что у нас в Перми есть золотые пески? Так называется живописное место Чернявского леса, находящееся в Дзержинском районе нашего города вокруг водоема под названием Ручей Светлый. Это своеобразное место, где жители Перми с удовольствием любят отдыхать на фоне лесной природы. И пусть здесь пока проводятся строительные работы по благоустройству данной территории. Тем не менее, выдался первый весенний теплый денек. И народ не упустил возможность, чтобы пожарить шашлычки на пикнике, поиграть с детьми и просто прогуляться. Давайте же и мы немного пройдемся по этому оживленному и в будущем очень красивому месту.